Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы в кооперативе с Леней будем проходить Spine Tires. Леня? Привет. Итак, в принципе, у нас возникла небольшая проблемка в игре. Мы так и не смогли открыть вот этот тут гараж, вот. Поэтому сюда приходилось ехать очень долго и нудно, но мы все-таки доехали. И тут у нас была новая тачка открыта, и мы на этой тачке сейчас будем исследовать, точнее даже доисследовать контрольные точки, и все. После будем считать карту открытой, потому что мы уже потратили, наверное, около часа времени, чтобы со всем этим дерьмом разобраться. Да. Надо было сразу просто сюда доезжать, тачки брать и исследовать. Как думаешь? Не знаю, если честно. Мне кажется, мы что-то не понимаем. Возможно, какие-то запчасти из гаража надо было забрать, чтобы привезти их сюда, для того, чтобы открыть этот гараж. Я не знаю. Нет, там дождь идет за окном, а тут у нас погодка прям то, что надо, на самом деле. Так, и что, у нас прям точка одна рядом с лесоповалом. Вот, поэтому можно туда ехать вполне себе, ничего так. Ты далеко ехать-то? Ты самую первую скорость рубил, да, что ли? Нет, в смысле, почему самую первую? Ну, имею в виду самую быструю. У меня что-то тачку заносит как-то нереально, блин. Ну да, ее таскает малец. Что за фигня вообще? Так. Которая была до этого, была крайне полезна. И вообще лучше, чем это. Но выбирать не приходится. Главное сейчас ездить аккуратно. Потому что нам стоит надо за две серии управиться. По крайней мере, сделаем. Постараться. Как раз рядом у нас будет контрольная точка. Здесь какой-то красивое место. Ай-яй-яй, так. Называется красивое место, чуть не вперёкся в камни. Ну что, нам налево. Ага. Или, в принципе, если хочешь, ты можешь поехать на одну контрольную точку, а я на другую. Ну, так уж неинтересно, смысл кооп записывать. Думаешь? Конечно. Так, давай. Точку я уже вижу, сейчас я ее возьму. Ну, я тебя на дороге буду ждать. Нет, поехали, почему нет? Зачем? Вон она, рядом совсем. Ты до нее сейчас доедешь уже. Зачем я буду съезжать лишний раз, когда ты уже почти ее открыл? К тому же, я открыл все-таки одну контрольную точку, которая вот здесь вот находится. Окей, я окей. Показал сейчас народу на карте. И сейчас ты разблокируешь еще одну. Так, у нас уже да, карта... мне бы, если честно, отсюда вообще выползти. На самом деле, вот эта карта, она самая сложная за счет вот этой вот реки. Если бы реки не было, мы бы гораздо быстрее все открыли. Вот. Я не знаю, здесь такие лоховские тачки вначале дают, а есть ведь карты, на которые дают тачки капец какие. Слушай, я тут тачку новую открыл. Да? Да. Какая? Это не едь. Нормальная? О, слушай, она просто офигенная. А что за тачка-то хотя бы? Видать, 4 ведущих. Маленькая, Блин, большая. Блин, на ней топлива нет. О-о-о. Ну, понятно. Сейчас значит, я значит... ТП, что... А Катя, какая разница? Не надо. Все равно ничего не сохранится. Да. Поехали сейчас в ту точку, на которую я сейчас нацелюсь. В ту точку, на которую я сейчас нацелюсь. Мне бы отсюда выйти сначала. Во. Я просто как показал, в какую сторону нам нужно. Как-нибудь выйдешь, я думаю. Задним ходом там дай. И как-нибудь развернешься, я думаю. Так, в принципе, достижение большое уже, что почти вся карта открыта. Ништяково. Не, другие карты однозначно будут легче проходить. Во-первых, вот эта карта, она считается одной из самых больших по размерам. А во-вторых, тут усложняет все река. Поэтому, собственно говоря, мы на ней так много времени и просидели. Потратили. Так бы, если бы была какая-нибудь там без реки, мы просидели бы гораздо меньше. Ну, вот эта тачка мне больше нравится. Она лазит гораздо лучше, чем КамАЗ. Вот это, на которой сейчас сидим? Ну. Так. И надо скорость, пожалуй, врубить другую. А то на пониженной тут по асфальту кататься не самое. Не самый лучший вариант, скажем так. Мухоморы. Так, а нам, походу, нужно сюда съезжать. Потому что тут где-то она вот и есть.
Главное особенно не торопиться. Где-то она рядом. Смерч наш. Ага, вот совсем близко. Вон она, вон она. Так, отлично. Сейчас прям до нее и доедем. Да? Да. Самое то, что нужно. Так, ты тут будь, не съезжай. Я сам сейчас доеду до нее, открою. Так, замечательно. Вот другое дело. Как раз тут до нее. Потом оттуда и поедем, там близко к дороге, ты че? Ну, скорее всего, да. Думаю так. Ой-ой-ой-ой. Здесь, конечно, посложнее все. Аккуратно тут. Как-то надо вот так вот выехать, блин, чтобы не впендериться ни во что абсолютно. Как-то вот так вот, если только. Ну да. О! Ачивку дали, дровосек. Так, ты ее открыл, что ли, только что? Да. Чего же не сказал-то? А я думал, ты по этому поводу говорил. Не-не. Тащи никакой нет? Ачивка вылезла. Да, судя по всему, нет. Сюда нам, наверное, сразу. Ну, я тоже думаю, потом да. Левее возьмем. Классно на скорости все это проходить. Да, не то слово. Ему вообще пофигу. Никаких тебе бамперов. Вообще, на самом деле, очень сложно все тут, блин. Но мы уже полупрофи, можно сказать, в этой игре. Столько просидеть за ней. Просидеть конкретно, причем, чтобы знать, как и чего теперь жать. Определенный момент. Это поначалу там пару серий убил. А сейчас уже все. Особенно на геймпаде. Еще бы лебедку, конечно, приделали на геймпад. Вообще было бы шикарно. Так ты же тянешь как-то, нет? Или ты все кнопкой? Кнопка тяну с клавиатуры. И одновременно с геймпада приходится. Да, ну придурки. Так, стоп. Ну-ка, левее. Ну да, ты что-то не знаю, зачем туда свернул. Сейчас главное открыть этот гараж, блин. Опа-па, тут осторожно, тут мостик. Ай-яй-яй-яй-яй. Не свались. То, что если свалишься, то все, давайте подожду на всякий случай. Проехал, да? Конечно. Так, вот она. О! Прекрасно. И теперь нам, получается, на дорогу нужно выезжать. Потому что там у нас точка где-то в уголке карты расположена. Не, дорога туда не приведет, дорога повернется сейчас. Нам надо вот сюда. Ага, все, понял. Еще один гараж. Еще один? Да. Блин, если бы мы знали про него, было бы все легче гораздо. А я про него знал. Разница-то какая. Я его и открывал, по-моему, первый раз. Да, я его открывал с самого начала. Не, ну, конечно, блин, сохранение тут... Я сейчас почитаю, как тут... Подвели реально. Да, вот почти приехали уже, можно сказать. Приехали? А ты вообще где? Я уже справа от тебя. Не, я тут что-то подзастрял. Сейчас приедем, нормально. Ага. Так, стой-ка ты тут. Потому что вдруг чего не так.
А дебри тут знатные, я бы сказал. Вон уже контрольная точка, сейчас я до нее доеду по-быстренькому. Да, тем более тут спуск крутой, поэтому однозначно. Лучше там оставайся. Да на этих тачках откуда угодно можно вылезти. Ну, при наличии навыков, конечно. Все. Так, я, наверное, сейчас там же развернусь, потому что спуск крутой. Сейчас постараюсь. Тут прям специальное место такое знатно подобранное. Так, так, так. Ну ты что, зачем же ты поехал? Ты же тебе говорю, не надо. Да а что мне там стоять, да, что ли? Да ты запаришься там же потом выезжать оттуда. Сейчас выйдем, смотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Ну, я развернулся. В принципе, ты тоже. Так, и одна контрольная точка осталась. Все будет открыто. Ну, на этих тачках простенько все. О, смотри, к нам привет. Ему вообще пофигу. Что в горы, что под горы. Ну. Офигеть, залез. Обалдеть. В принципе, да. Ну, офиг ли, медленная. Но зато как танк прет. Да не медленно, а как КамАЗ прет так же. Если не побыстрее. Ну мы с тобой сейчас прямо как раз на контрольную точку прям. Можно даже и по лесу поехать, я думаю. Все равно ничего такого не будет. Кажется мне так почему-то. Ох, какой здесь спуск. Фига себе. Не разбил там, надеюсь, ничего? Нет, она как-то прошла так гладенько. А я вот спуск объеду лучше этот. Благо, такая возможность есть. Так, куда нам ехать-то? Ну, как раз. Почти приехали, можно сказать. Ты по дороге поедешь? Ну да, я по дороге еду. Я немножко срежу. О, как здесь круто. Зря ты не поехал. А вот контрольная точка. Отлично. О, исследовать широкую реку. Отлично, да, достижение тоже получено. Получил ачивку. Так, и что теперь? Что теперь? А, у нас какая-то моделька есть. Давай-ка откроем ее. Нужно направо. Чего? Направо нужно. Новая моделька. Еще одна машина. Ага. По-моему, тоже очень важно. Тоже ачивку могут дать. Твою мать. Вижу где-то? Ты где сам-то? Да и в лесу. Я тебя потерял. Я в лесу нахожусь. Где ты ее видишь-то вообще? А, так это нам обратно надо по дороге. Что там делать? Вот, отлично, выехал. Да я тут сейчас так уже заморачиваюсь по-своему. И надо направо немного. А где тут выход-то теперь? Тут я выйду, интересно. Так, 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 так. Заглючила. Вроде просралась. Ну что, цепляйся? Не, я уже выехал. Вообще не понимаю, в чем дело, на ровном месте. Я срежу опять. Просто по приколу. Потому что уже все открыли, уже пофигу абсолютно.
И опять твою мать. Вроде никаких процессов-то не запущено. А, так это та же самая тачка, то я. А, нет. Это какой-то Урал, походу. А вот получается, я поехал неправильно, не туда, куда нужно. Даю задний ход в таком случае. Так, пересесть. Блять, да что ж такое? Вот еду сейчас, капец, кашить, да. Во. Ну что ж, друзья, давайте мы тогда на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и нам с Леней. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока. Пока-пока.